И всем привет, ребят, с вами канал Ставка Нет, и это уже 21-й выпуск Тайного прогноза. Ну а перед началом данного видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на канал, врубить колокольчик и следить за уведомлениями, потому что на 100 подписчиков мы разыграем 5000 рублей в нашем телеграм-канале. Ну а ставку на матч Нью-Йорк Рейнджерс против Питтсбурга даст Артем. К прогнозу. Ребят, всем привет. Хочу дать ставку на матч Рейнджерс-Питтсбург 9 апреля, начало в 2 часа ночи по московскому времени. Ставка заключается в чем? 2х на Питтсбург примерно за коэффициент 1,7-1,8. Собственно, перейдем к матчу. Что хотел сказать? В НХЛ возвращаются потихоньку зрители. Это играет на игроков хорошую роль. По составам не сыграет у Рейнджерсов Джонсон, у Питтсбурга Блюгер, Капанин, Малкин, Танев, Фридман. По таблице в восточном дивизионе Питтсбург идет на третьей строчке с 50 очками. Ближайшие конкуренты это Айлендерс и Вашингтон. Рейнджерс идет на пятой строчке с 41 очком. По встречам в 5 матчах 4 победы было у команд, ну, команда, которая играла дома. То есть Рейнджерсы выигрывают дома 3-1, потом Питтсбург 5-1, Питтсбург 4-2 и Рейнджерсы 8-4. Что хотел сказать по Питтсбургу? За последние 5 игр у них 3 победы к ряду. То есть выигрывают дома 2 раза Айлендерсов и Бостон. Айлендер 6-3-2-1, Бостон 1-4. И дальше у них идет серия Бостон 7-5 и Рейнджерс 8-4. За 2 матча они пропустили 15 шайб и забили 9. Мне кажется, это слишком дохрена, я бы сказал, даже овер. 24 шайбы за 2 матча. 12 тотал средний пробивает. Я не слышал такого. У Рейнджерсы как-то, ну как, команды вроде идут более-менее стабильно. Но все равно, думаю, Питтсбург сделал свои выводы и сделают свое. Я хотел еще дать ставку 6 меньше за коэффициент 1,9, но передумал, взял 2х. Так что, кто хочет попробовать, взять можно 2х и тотал 5,5 меньше за коэффициент 3,5, я думаю, где-то он так вот будет. Так что вот так вот, ставка 2х на Питтсбург за коэффициент 1,9, 1,8 примерно. Так что, ребят, всем пока, всем до следующего видео.